Доброго всем утра из Дальяна. У нас сегодня здесь первый полноценный день, и мы идем на завтрак. Так, здесь проходят завтраки, можно сесть на веранде, а веранда открыта, видите, все окна открыты, можно сесть прямо у реки. Смотрите, как здесь выглядит завтрак. Вот это нам на четверых принесли. Смотрите, мы завтракаем. Не, такая же морда. Не-не-не, вот смотри. Ой, булку ест. Ничего себе, кто-то булку кинул. Носик другой, действительно. Ай, вам не видно. Видите, какие-то черепахи плавают. А лапы-то какие? Вау. Вау, это служащие отеля кидают булку им. Ничего себе какая. Красавица такая. Ее можно вечно снимать. Она никуда не уплывает. Она прямо тут и плавает. Какая она большая. У нее нос как клюв. Трубочка, да. Смотрите, не успела заснять. У нас прямо к нашему пирсу, к пирсу нашего отеля, подплывает такси и едет либо в центр, либо на пляж. В Дальяне немножко прохладнее, чем на Анталийском побережье. Такая приятная погода, легкий ветерочек. Знаете, такое комфортное, комфортное лето. Сидим на нашей... О, как это назвать? Терраса? Терраса? Смотри, оса летает. Нет. Сахар? А он без сахара сварил, да? Сидим на нашей террасе и заказали турецкий кофе. Такой турецкий кофе стоит здесь 20 лир. Так, друзья, сегодня 21 сентября. С утра мы, так же, как и все, получили определенные новости. Сидели их, переваривали. Ну, в принципе, были готовы, конечно, ко всему, но... Все равно первый момент надо прожить, скажем так, все это дело. Вот. Но решили взять себя в руки. И знаете, я всю жизнь училась наслаждаться тем, что жизнь дает сейчас. Вот то, что есть сегодня. И, наверное, мы продолжим жить так, как жизнь нам дает сейчас, а будущее покажет, что нас ждет всех, да? Так что мы идем на пляж. Я очень надеюсь, что мои видео вам будут помогать удерживаться на плаву и понимать, что мир живет, солнце каждый день встает, и что все в мире когда-нибудь заканчивается. Все плохое
заканчивается. Всему есть конец. Главное вести себя достойно, не растерять все хорошее, что есть в душе. И жить дальше. Все заканчивается. Все проходит, пройдет и это. Живем. Бугенвилья, конечно, потрясающая. Какой балдеж у нас по дороге валяется. Ой, как тебе хорошо-то. Как же тебе хорошо тут валяться-то, дорогой. Машина едет, отходи скорее. Отходи давай, смотри, машина едет. Мы сейчас идем в центр. Здесь близко, пешочком пройти недалеко. Решили сесть на водный трамвай, ну или как он, такси водное называется, и доехать до пляжа Исузу. Такие облака красивые сегодня. Как они, перисты называются, да? Вспоминаем школу. Мы проходим мимо таких веселых домиков. И с котятами, и разноцветные. Какие они тут только не есть. Вот это место, Дальяна, это вот как будто не совсем Турция. Это немножко другая Турция. В ней есть какой-то... Вы знаете, вот я вчера правильно сказала, и сегодня я ловлю себя на том же. Здесь не хочется громко разговаривать. Здесь не хочется громко ржать. Да. Как будто все немножко такое приглушенное, релаксовое, тихая музыка, расслабление. Начинаются различные... лодки, но здесь много бот-туров, именно, знаете, такие на целый день, с утра, с 10 утра, по-моему, до 5 вечера вас по разным местам развозят. Ну, в общем-то, покатайтесь на лодочке, перекусите, потанцуйте. Ну, мы как бы не очень любим такие вещи, поэтому мы решили взять чисто такси, доехать до пляжа, самостоятельно потом на такси вернуться. Это очень удобно, вы покупаете билет сразу в оба конца, но возвращайтесь на абсолютно любом такси, вы не привязаны ко времени. Так, мы садимся на такси, одно такси, видите, уже заполнено. Мы садимся, пока будем ждать. 60 лир стоит туда-обратно доехать. Вот такие кресла. Там красивее было кресло. Так, так, Маша, Маша, Маша. Еще раз скажу, подписывайтесь на «Нельзя грамм Маши». Ссылочка в прошлом видео есть и в этом будет. Ну все, мы отплываем. Сейчас будем проплывать, видимо, мимо нашего отеля. Потому что он как раз напротив этих ликийских гробниц расположен. 45 минут в пути. 45 минут на лодочке. Что-то мне казалось, что немножко быстрее. Запуталась. Thank you.
мы прибыли на пляж Истузу. Черепаховый пляж. Вот здесь река, и сюда прибывают лодки. А вот море. Видите, коса такая, песчаная коса разделяет реку и пляж. Смотрите, какое тут растение из песка может расти. Интересно, найдем мы его? А, вот же оно, просто оно отцвело. Здесь прямо на пляже есть очень недорогое кафе. Вот посмотрите, цены на гизлеме. 35 лир, причем, ну, такая нормальная порция. И вот, читайте, смотрите, видите, ценник более чем приятный. Спасибо. Игорь нам взял айран. Ребята, айран берите. Вот, даже гамбургеры есть. В общем, и там куриный салат, господи, я уже слова забываю. 40 лир. В общем, нормальные такие цены. Так, здесь лежаки платные, но они как-то недорого стоят. В общем, сначала располагайтесь, потом к вам подходят. Говорят, сколько стоит, оплачивайте и спокойно отдыхайте дальше. Сейчас мы выберем какие-нибудь лежачки. Море сегодня волнительное. Но это здорово. Оно здесь мелкое и, в общем, волны совершенно не мешают. Итого два лежака. Ой, упала. Два лежака, 80 лир. Здесь сильный ветер, везде летит песок. Ну, а мы бежим купаться. Пока мы купались, мои тапки самозакопались. Тут такой ветер, что мигом заносит. Все песком, все зарывается. Море отличное. Вход пологий. Пойдемте подойдем к морю. Вот такой сегодня ветер. Песчаный, пологий. Море довольно мелкое, поэтому в волнах купаться не страшно. Они не сносят. Обедать в эту кафешку, про которую я вам говорила, которая на пляже есть. Смотрите, Владик взял салат из тунца. Вы посмотрите, сколько тунца. Пахнет вкусно. Такое ощущение, что тут целую банку прямо вывалили. Айран. Какую нам красоту принесли с сыром и с картошкой. По 35 лир. Одна тарелка. Так, друзья, мы наплескались. Я сейчас, видите, немножко спряталась тут за кабинку для переодевания, чтобы ветер не так сильно дул. Мы прекрасно накупались. С Игорем решили вернуться сейчас в отель. А ребята здесь сейчас останутся, покупаются. А билетики туда-обратно у нас куплены, поэтому доедем без проблем. Кстати, да, покажу. Здесь все благоустроено. Видите, здесь есть кабинки для переодевания, бесплатные туалеты, очень недорогое кафе. Единственная проблема, здесь душ, но почему-то в душе все время соленая вода. Ну, нету пресной, но река же рядом. Видимо, в реке тоже вода сильно смешивается с морем, ну, с морской водой. Вот, здесь, видите, все цветочки огорожены. Интересно, так прямо из песка растут, как колючки, и цветут. Здесь река впадает в море, вот река, и вот оно. Вот он пляж. Пляж симпатичный, вода соленая, берег пологий, песчаный. Ну вот, конечно, в такой сильный ветер все-таки песок везде. И на зубах, знаете, как в Сахаре буквально. И на зубах, и в ушах, и везде. Лилии? Ну, сан, да, песчаные лилии. А вот кладки черепах, видите?
На этом пляже они также по ночам откладывают яйца. Черепах мы с вами уже прекрасных видели. Да, они в реке. Вот, вот о чем я говорила. Видите, нельзя лежать вот так на пляже. Потому что вы можете раздавить кладку. Ну, люди, как всегда, вот такими пирамидками, да, там, где кладки есть, огораживают. Но, тем не менее, все равно считается, что вот на пляже лежать на поверхности, да, как сказать, там, полотенце раскинуть и полностью лечь, например. Вот так не стоит делать. Ну, а мы идем на такси.